Первый опыт проведения брестской встречи в прошлом году имел большой успех. Неудивительно, что и на этом турнире собралось множество желающих попробовать свои силы в заплывах. Турнир в этот раз проходил в 8 возрастных категориях. Участники от 1997 года рождения до 2004. Дистанция в 50 и 100 метров, преодоленная ими за максимально короткий срок, определила сильнейших пловцов в своей возрастной группе, показала уровень подготовки спортсменов. Эти вторые международные соревнования, год назад мы решили организовать их. И у нас получилось, еще Латвия была. А в этом году, понравилось наше соревнование другим многим участникам. И благодаря спортвизору, благодаря Евроспорту организовали вот эти соревнования. Мы приехали на сборы сюда, в Брест, а после сборов сейчас участвуем на соревновании по плаванию. Силы, я думаю, что никакой тренер не может это сказать. Как проплывут, ожидаем от них каких результатов. Сборы юных белорусских и зарубежных пловцов проходят в Бресте уже месяц. Благо, условия спортивного комплекса позволяют проводить полноценные тренировки. Современный бассейн, хорошее оборудование – все то, что помогает нашим пловцам добиваться новых результатов, а также располагает гостей. Брестский бассейн и брестские условия проведения соревнований – один из лучших в республике. Большая заслуга то, что в республике есть единственная такая база на высшем уровне, где могут проводиться такие соревнования и соревнования высшего ранга. Тут же проводится чемпионат республики и летний, и зимний. Поэтому для деток, конечно, участвовать в таком бассейне – это большое удовольствие. Мы с огромным удовольствием всегда приезжаем в Брест. Очень большие впечатления о вашем городе Бресте. Не предполагали, что такой красивый город, чистый город. База очень квалифицированная. Европе, я был во всем мире, в Европе, наверное, один из лучших в Европе. Руководство на высоком уровне. Одной из задач турнира «Брестская встреча», которую ставили перед собой его организаторы, была подготовка молодых спортсменов к внутренним стартам, которые не за горами. Очередные соревнования пройдут уже в сентябре-октябре. А сегодняшний турнир, несмотря на большие надежды на высокий результат воспитанников Брестского областного центра Олимпийского резерва по водным видам спорта, все же окончился победой российских пловцов из Твери. В медальном зачете они получили 18 наград. Что же касается белорусской команды, то она собрала немало медалей в личном зачете. Отчете. 5 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых. Будем ждать новых турниров, новых результатов и болеть за наших юных спортсменов.